Всем привет, дорогие друзья, и хорошего настроения. Продолжаем играть с вами в игру «Вперед на зомби-войну». И сегодня я хотел пропать полностью себе, да, Глена, именно его. Поэтому приступим. Так, и последний уровень мы ему поднимаем. Замечательно. Ну что, ребята, кого будем следующего, а, прокачивать? Я даже вот и не знаю. Я хотел Чоппера, в принципе, прокачать. Но вы сказали, что он не Айс, да? И качай кого-нибудь другого. Кого тут можно еще прокачать? Ну, Карлос есть у нас еще. Так, Пайпер есть. Строитель. Лестер, да? Есть пилой чувак. Блин, я даже не знаю. Давайте попробуем, наверное, с Чоппера. Фиг с ним, ребят. Ничего, как говорится, не поделаешь. Так, у нас, по-моему, с вами... А, закончилось. Закончилось, к сожалению. У нас кровь донорская, блин, ничего с этим не поделаешь. И жаль, будем копить. Так, что у нас тут? Это, понятно, оценка. Так, ну что, ребят, давайте, наверное, 5 часов 46 минут. Заканчивается лига. Ого. Так, ну я в игре давненько не был, поэтому, ребята, на 7-м месте в данный момент. Так, колода у меня вот такая. И давайте-ка мы с вами посмотрим, что у нас из этого получится. Ничего я менять, как говорится, не стал. Поехали. Воу, а зачем... Зачем это так надо было делать? Ну-ка, фига тут у меня. Все круто очень получилось. Блин, конечно, гренадир, который стоит у меня сзади и стреляет по моим же, грубо говоря. Ну-ка. Воу, щит, нормуль. Так, слушайте, я думаю, что снайперша здесь ничего не сделает абсолютно, да. Моя, как говорится, быстрее сделала на опережение. И это хорошо. Так, давай посмотрим, что здесь. Так, секундочку, секундочку. Братуха, ты... Сейчас завалит снайпершу. Да, как он выжил, ума не приложу. Но, тем не менее, получилось у него. Так, что здесь? Нулевые уровни, понятно, короче, все заранее. Ребят, сейчас снайперша просто шибанет и все. Двигаемся дальше. Уже у нас есть с вами один проигрыш. Хотелось бы, кстати, нам проверить, как себя чувствует Глен. Смотри, а почему так произошло? Мой, главное, гренадир был 15 уровня, да? Этот 10 уровня быстрее, как говорится, ударил. Кстати, нифига там, ребята, зомбарь вставал после Чоппера, вы увидели, а? Такой гигантский чувачок. Так, ну-ка, минус. Смотрите, да? Легкий солдат горит, но все равно воюет. Так, давай дальше двигаться. Опа. Она даже не успела ничего сделать, вы представляете, ребят? Она прилетела со своим копишком, и, как говорится, мой этот инженер сразу ее накумарил довольно-таки быстро. Так, ну. Ага, тут у нас вот кто. Медики. Медик плюс рейнджер. Давай посмотрим, как это будет у нас выглядеть. Угу. Не успела, к сожалению, она, ребята, воспользоваться аптечкой и, как говорится, уже упала. Так, сколько у нас тут еще боев-то будет? Упс, не повезло. Тоже не повезло. Ну и Кэпа тоже сейчас мы... завалим, да. Так, 7 побед и, как говорится, 2 поражения. Ну что же. И причем поражения такие были довольно-таки нелепые. Я, знаете, что сейчас делаю? Я хочу в колоде поставить кое-каких бойцов. Вот, например, здесь хочу проверить Глена. Не знаю, зачем я это делаю, но просто хочется мне посмотреть. Так, и гренадира я, наверное, вот поставлю сюда. Поехали. Попробуем, ну вот с этой каточки, например. Как у нас тут пойдет. Тут, кстати, тоже Глен. Так. Вау. Смотрите, ребята, Глен встал повторно, но отдуплился. Кстати, это очень круто, между прочим. Так, давай-ка дальше пройдемся. Давайте дальше. А за счет чего он, интересно, выживает? Если его убивают, у него что, блин? Он встает в роли обычного, как бы, персонажа. Он даже не зомби. Так, тихо, секунду. Упс, упс. Вау, ну тут вообще, ребята, как-то изейше мы с вами прошли, если честно. Фу, вообще, Глен причем такой шустрый. А давайте посмотрим, как он будет дра... Смотри, нифига, ты видел? Ты видел, какой был Чоппер? Гигантский просто зомбарь. Хм. Так, а можно как-то мне проверить, потестить против зомбарей? М? Или нельзя? Ну, давай, например, выберем вот эту вот каточку. Я не знаю, кто здесь что.
А, вначале нужно нам расставить всех. Так, убираем отсюда. Хотя мы вот так вот можем сделать. Выбрать, например, поставим сюда. Так, Аустин нам здесь тоже пока не нужен. Погоди-ка секунду, мы не так сделаем. А, пожалуй, вот так лучше. Так, Аустин, Кэп. Хм. Гвард нужен ли нам здесь? А? Нужен или нет? Может быть, лучше легкого солдата сюда влепить? И аптечка, соответственно, тоже здесь не нужна. Мы что-нибудь с вами другое сейчас замутим. Давай-ка вот этих вот. Подожди, ё-моё, ну что ж ты делаешь-то? А, все, я вспомнил, ребят, кого мы хотели еще с вами прокачать. Мы хотели прокачать Велдера. Это тот самый чувачок с газорезкой, который ломает баррикаду. Вот его можно, кстати, прокачивать. Так, что же я кого убрал-то? А, легкого солдата, да? И вот сюда поставим. Генератор пускай стоит. Ну что, давай посмотрим, ребят. Я в этой миссии уже 1000 лет не был. Я даже не знаю, что здесь у нас будет. Опачки. Ага, пыхтун. Если я не ошибаюсь, ребята, он укрепляет вражеских. Да, видите, ну, дополнительную жизнь дает им. Ёлки-палки, как же вы медлительно убиваете, а? Так, ладно, предположим. Так, минусанули, чувачка. Смотрите, они вообще бомбят, а эти даже как будто не слышат. Не реагируют просто-напросто. Ай-яй-яй-яй, стоят, хорошо. Тресь. Так. Глен такой, да? Убийца, ё-моё. Слушай, ну что тут вообще как-то изи. Да, вообще легко прошли. Никакого абсолютно, ребят, сопротивления не было. Так, ну ладно, давай возьмем что-нибудь посложнее. Кстати, уже неоднократно слышу от подписчиков, что скоро будет, ребята, новый уровень. И новые зомби, и новый босс. Ну вот не знаю, откуда вы эту информацию берете. Хотелось бы, чтобы кто-то сказал, или ссылочку бросил, или еще что-нибудь в этом роде, чтобы я зашел и почитал. Так, что у нас тут? Слушайте, а может быть нам попробовать с вами босса накумарить, а? Вряд ли, конечно, у меня здесь получится что-то. Я даже честно не помню, кого здесь нужно нам брать. Ну, против босса. По-моему, турель, да, должна стоять или не должна, блин. Я не помню, честно говоря. Так, я знаю, что должен быть Марины, по-моему, у нас, да? Марины, ты где? Так, погоди-ка. Черт, я не помню. Так, нужен ли нам Глен или нет? Легкий солдат, эти парни. Черт, я не помню, хоть убей, ребят. Ну вот, серьезно говорю. Или гвард. Надо освежить, ребята, память. Я знаю, что босса надо бомбить желательно, да? Не огнестрелом, а именно в рукопашку. Поэтому надо брать Марины. Мы его поставим, я не знаю, может быть, сюда вместо генератора или вместо турели. Давай вот так вот поставим, посмотрим, ребят. Я не помню, честно говоря, хоть убей, как у нас там все выглядит. Хотелось бы освежить немножко себе память. Вот, ребята, этот последний у нас босс. Поганый, противный. Ага, я помню. Ах, все, кажется, я, ребят, вспомнил. Кажется, я вспомнил, что здесь у нас будет происходить. Угу. Ну-ка, давай проверим. Так, это у нас заморозчики бегут. Упс. Упс. Сейчас расхерачат мне, да? Слушай, что-то у нас как-то не задалось, по-моему. А с какого перепуга у нас тут сразу бегут камикадзе? Такое разве должно было быть? Я вот не помню, честно, вот вам говорю. Маны мало, блин. Не, тут, по-моему, звездец. Звездец. Ну что, дорогие мои друзья, продолжаем с вами играть вперед на зомби-войну. И давайте-ка мы посмотрим, сбросили меня. Упс. Нет, меня не сбросили, ребята, и я получил 5 сундучков. Отлично. А это говорит о том, что сегодня мы опять пойдем с вами в топ. Так, ну-ка, давайте-ка мы здесь все заберем.
Ну, естественно, ребята, я рекламу сейчас смотреть не буду, это все потом. Так, выиграйте 24 любые миссии. Это тоже будет все за кадром. А вот самое интересное, это вот это. Вот это меня больше всего интересует. И, конечно же, вскрытие этих ящиков. И давайте смотреть, что нам выпадет. Так, консерва выпала, это уже плюс. Вторая консерва, отлично. Плюс еще там хлебушек выпадает. Ух, консервы идут только в путь. Значит, мы сможем, наверное, скорее всего, с вами немножечко прапать нашего чопера. Еще чуть-чуть. Так, консервы, лекарства. Это все, конечно, хорошо. А вот это вот нам не нужно, ребята. Это мы сейчас будем продавать. Ну что, вроде бы все, да? Так, продать. Где у нас эти? Выхлоп, он нам не нужен. Замечательно. Ну что же, давай создавать. Посмотрим. Ух ты, замечательно. Вот у нас и кровь ДНК. Ой, кровь. Кровь донорская появилась. И, возможно, да, ребята, мы еще сейчас с вами сделаем одну. Один пакетик с кровью. Так, ну давай, давай, давай. Не томи меня. Так, отлично, ребята. Делаем еще один пакетик. Так, а с удачей у нас там все нормально? Да, по-моему, хватает. Сейчас мы с вами проверим. Чоппер, чоппер, давай-ка мы тебя... Упс, отлично. Погоди-ка, погоди-ка, ребята, а у нас... у нас, оказывается, нету газировки. А вот это вот уже нифига не смешно, если честно. Блин, и шоколадок мало. Так, но зато у нас куча радио, поэтому давайте, ребята, быстренько с вами сделаем из них шоколадки. А уже шоколадки, естественно, переделаем в газировку. Так, раз... Два. Три. Кстати, у нас, ребята, сколько там? Два пакетика, да? С кровью. Значит, нам нужно две газировки. А это, соответственно, нужно шесть радио. Так. Подожди-ка, не шесть, а побольше даже. Это только первое, да? Девять получается. Ну, это ерунда, ребята. Все мы сейчас с вами сделаем. Когда у нас, интересно, новый ивент будет? Он по пятницам вроде бы, да, начинается, ребят? А то последний у нас был какой? А, ну это было принцесс спасения. Я, ребят, не участвовал, работал, поэтому... Да и, честно говоря, ивент по спасению принцесс, мне кажется, бесполезным. Там ничего не дают тебе за прохождение. Так. Не, ну если ты, конечно, будешь... В топе тебе дадут 10 сундуков, но это, ребята, для меня не актуально. Столько времени тратить ради этих сундучков. Так, погоди-ка секунду. Нам нужно теперь еще создать... подожди. А, ну все, мы сделали. Так, ну что же, вот теперь будем с вами апать чопера. Ой, он всего лишь 4 уровня будет. Маленький еще, слабенький, никудышный. Ну да ладно. На будущее, как говорится, сделаем себе небольшой задел. 4 уровня он. Ну что же, а мы с вами отправляемся, конечно же, на лигу. Почему меня постоянно ставят в 7 место, на 7 ранг? Я никак не могу понять. Вот это вот постоянно. Выигрываешь, и тебя опять на 7. В чем это заключается? Не знаю, ребята. Так, ну что, у нас колода, а, помните, да, экспериментальная. Давайте попробуем здесь, как она у нас зайдет. Ну что же, в бой. Там у нас, не забываем, Глен. Ну-ка. Глен, вставай. Такой зомби. Так, подожди, что здесь? Здесь у нас костер. Ну, мы, моя снайперша должна, в принципе... Да, подбила. Отлично. Двигаемся дальше и смотрим. Вот, кстати, Глен здесь хорошо заходит, потому что он имеет две жизни, ребята. Видите, он первый раз как бы умирает и восстает. Это круто. Так. Вау. Четко все сработано. Давай дальше. Так, тихо-тихо, не надо. Не надо здесь буянить. Ух ты. Вау, вообще велико... Да ну, хорош! Давай-давай-давай, снайперша! Эй-эй-эй! Фух, повезло нам сейчас. Крупно повезло. Потому что, как ее там звать-то? Шерри. И она шутить не любит. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Минус. И минус. Замечательно. Пока еще ни одного раза... Не сфейлились. Но если будет здесь, ребята, огнеметчик или еще кто-нибудь в этом роде, это уже будет хреново. Опс. Глен, а почему ты не встал, а? Гленушка, родной мой. Да, ребят, тут, по-моему, нам кавздарики. Так, не понял, что тут? Что тут?
Нифига, полицейский. Ребята, ну это просто везение сейчас было. По-другому это не назвать. Чистая удача. Вы увидели, пока они били зомбаря полицейского, моя снайперша убила. Блин, так, вот такое бывает, честно вам скажу, очень и очень редко вообще. Так, ну что, у нас, по-моему, ребят, последняя победа. Если мы здесь сейчас выиграем, в чем я немножечко сомневаюсь. Ай, ну, е, круто. Ребят, по-моему, идеальное прохождение у нас получилось, да? А, нет, еще один бой. Еще один, блин, бой. Уу! Изи, ребята, это можно сказать только одним словом. Изи катка. Ни одного проигрыша, все за один проход. Вообще охрененно. Это у меня второй раз за всю мою игру, ребята, происходит. Да, Гленыч тут крут. Крут. Не зря, ребята, я его прокачивал, поэтому я вам рекомендую прокачивать Глена. Все-таки имеет две жизни, плюс не очень плохой дамаг. Круто. Поэтому, ребят, спасибо, кто посоветовал в свое время мне прокачать. Очень вам благодарен. Так, ну что у нас? 20 бенза, 51 тысяча налички. Что же мы сможем с вами сделать за это? За это время и за это деньги? Да ничего, ребята, нам нужно... А, ее не Шелли, а Шарлотта, да, ребят, Шарлотта. Звать Шелли это у нас из Бравл Старс. Да, наверное, на сегодня и все. Придется мне, ребята, объединить две серии, чтобы они были хоть какого-то размера, а то коротенькие получается. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Рэй. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.